Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на встрече с новым составом Общественной палаты обсудил выявление зарегистрированных некоммерческих организаций, число которых достигло около 3000. Отметим, что 50 из них были зарегистрированы в текущем году. Абдулмуслимов подчеркнул, что за несколько лет в республике окрепли новые гражданские сообщества с активной жизненной позицией. Сегодня министерство наладило взаимодействие с различными общественными организациями, а некоторые из них и вовсе участвуют в экспертизе законопроектов и формировании региональных общественных советов органов власти.